Приморье с успехом прошла премьера спектакля «На выписку». Место действия – военный госпиталь. Главный герой после полученного ранения и перенесенной операции пытается найти смысл жизни в новых условиях. Он сталкивается с трудностями адаптации, депрессии и отчаянием. Но однажды ему встречается человек, который понимает его как никто другой. Ты ведь танцевать не стремился? Танцевать. Я с детства колготки-то не носил. Танцевать. Спектакль «На выписку» создан в рамках литературно-театрального проекта «Молодые драматурги Приморья», который реализуется по инициативе главы региона. Это сценарий, это пьеса, написанная молодыми людьми, которые, в общем-то, и не служили, и не видели ни войны, ни военных действий. Но сколько их глубоко затрагивает все происходящее, судьбы тех людей, кто так или иначе оказался в госпитале, у кого ограниченное движение, их право на дальнейшую жизнь, на восстановление себя, скажем, от тех потерь, от той беды, которая с ними случилась, и вера светлая, и те примеры, которые сегодня здесь показали, мне кажется, они позволят и нашим ребятам быстрее самоутверждаться, быстрее, значит, возвращаться к жизни. Поэтому очень такой жизненный, своевременный этот спектакль. И еще говорю, особенно ценно, конечно, что он был написан нашими молодыми драматургами. Пьеса была написана и поставлена в поддержку военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.